Сегодня у нас действительно радостный день. Вот наш партнер Monour получил ТАПУ. Посмотрите, как замечательно выглядит вот этот документ, потому что в Турции ТАПУ – это священное право вот собственности. И Monour, вы счастливы? Какие ощущения вообще? Супер, супер, это не только счастливы. Покажите. Документ с фотографией, да? Вообще это чудо, у нас такого нету. Мы еще не дожили до этого. Так что все отлично, благодарю Владимира, Людмилу, компанию Харика в том, что помогли мне получить эту квартиру. В таком месте, это вообще это рай на земле. Monour уже пожил, сколько уже? 3 недели, да? Да, уже 3 недели. Три недели. Вот какие ощущения, расскажите? Вот. Класс, сказка. Кому не скажешь, это сказка, никто не верит на самом деле. Это надо сюда приехать, увидеть и все. Самое главное пожить. Ощущать. Да, пожить надо обязательно. Пожить, и тут вообще загадка это на самом деле Турция, это... Надо ехать и видеть, иначе никак, это просто так, там этого никто не поймет, на самом деле. Вот мы работали на выставке, и многие люди боятся, говорят, мусульманская страна, там, вот что-то такое. Вот вы ощутили хоть где-то какой-то вот дискомфорт, какое-то неуважительное отношение? Вот вообще, вот расскажите вот об этих 3 неделях. Вообще никакого дискомфорта я здесь не чувствую абсолютно. Это вот чувствуете, Турция, как дома, как родина. Турция, да, Турция примерно вот как при Советском Союзе мы жили, как при Советском Союзе, но здесь даже лучше сейчас. Люди живут, люди, именно основной народ, местный народ, даже живут намного лучше, чем при Советском Союзе у нас. Вот такое, везде улыбка, везде все радости, доброе такое, да, доброе пожелание везде. Хоть в магазине, хоть на улице, хоть где. Все улыбаются вообще. Все прекрасно. Да, на самом деле это так. Никаких кризисов, ничего такого нет. То есть благополучно. Нет, здесь никакого ни кризиса, ничего. Мы тоже прилетели уже с выставок. И прилетели домой. Мы только пересекли границу, в Стамбуле приземлился самолет. Мы ощутили, что мы уже на родине. Так я тоже скоро буду. Да. Так я тоже скоро буду сейчас сюда лететь домой уже, все, да, это мой дом. Уже следующая поездка ваша, уже идите домой.